Я хочу с вами поговорить по поводу распущенных волос и сексуального внешнего вида на улице. Пока я поливаю цветы отстойной водой. Не отстойной, а отстойной. Так матушка сказала. Итак, распущенные волосы, откровенно прилегающее платье. Окей, облегающее платье. What is this? Для чего это? Для себя? Мое тело, мое дело или нет? Давайте разберемся. Дома ходите так? Честно, честно ответьте. Дома вы так ходите, распущенные волосы, убираетесь вы так? Есть такие сейчас, это прикольные видео, где он говорит, муж говорит, ты жена, ты не ходишь дома красиво, она такая наряжается и моет полы в этом во всем. Ну реально, вы для себя так ходите по дому, когда вы одна сама с собой? То есть вы красивые хотите для себя выглядеть или для других? Это честный, честный момент такой внутренний. Потому что дома-то никто на вас не смотрит, условно. Хотя там тоже есть люди, ваши домочадцы. А на улице сколько внимания. И человек, природа человеческого эго – это завоевывать внимание, так вот, расширяться. Эго стремится, что я, мое. Помню, вот дети маленькие, посмотрите на них. У них еще такое очень ярко выраженное эго, особенно у маленьких, они все к себе требуют всегда внимания. И если человек не вырос, если он не пережил какие-то переходные моменты взросления, то он также хочет себе внимания любыми способами. Ну, соцсети нам подтверждение тому. И это постоянная жажда, черная дыра в сердце, в уме человека. Он уже без этого внимания не может жить. И, конечно же, модное самооправдание, что мое тело, мое дело. Я наряжаюсь для себя, а не для других. Ну, здесь тут надо быть просто честным с собой. Я выгляжу красиво всегда, или я выгляжу красиво только когда выхожу, и на меня кто-то смотрит. Это, знаете, такой синдром сцены, я не знаю. Вопросики. Надо быть честным с собой. Я тронула микрофон, и она зашипела звук. Ладно, я подальше поливать цветы.